Всем привет! Сегодня занимаемся доработками и небольшими переделками шишиги. Хочу сейчас, значит, заняться первым делом фарами. Вот, потом покрасить радиатор, ну, грубо говоря, в черный цвет. Вот, и придумать какое-то остекление. Так что начнем. Есть у меня вот такие вот какие-то кругленькие штучки. Я прикинул то, что они очень хорошо должны вон туда вставиться. И фара станет не вот такая вот чудноватая какая-то, а все-таки поинтересней. Вот сейчас обтачиваем и подгоняем под размер, вставляем туда. Вот смотрите, до как это смотрелось и как это уже будет смотреться после. Продолжим. Так, ну что, на первом этапе у нас получились вот такие вот фары, грубо говоря, с решеткой. Будет посимпатичнее сейчас смотреться. Вот, вот такие вот фары. Сейчас пробуем делать, ну, остекление. И у нас отвалилось зеркало. Так, и зеркала надо, наверное, будет все-таки засверливать оттуда. И болтик попробовать поставить. На клею они что-то не хотят держаться. Проверяем. Угу, все. Вот такие вот два отверстия сделали. Все. Вот так вот получилось. Вот так это выглядит изнутри. Так, все, теперь уже зеркало не отвалится. Второе приклеено. Надо еще что-то придумать вот с этим фонариком. Тоже на него какое-то стеклышко сделать. А потом, может быть, и диодик туда. Так, ладно. Продолжим. Мы с вами поставили сюда стеклышки. Вот. Но диоды просто так закрепить там не получится. И мы берем эти же самые наши вставочки, которые были там в фарах, и их приклеиваем с этой стороны. И приклеиваем их отсюда. И получается то, что мы диодик, отсюда же мы и вставим. И все у нас дальше опять будет светиться. Но перед этим я хочу сделать сначала остекление. Так, а остекление мы будем с вами делать вот из такой лексановой корочки. Это у нас салон для наших моделей в 10 масштабе. Вот. Но нам это все дело все равно не понадобится столько много. И поэтому мы сейчас немножечко отсюда и заберем. Вот так.
И сейчас подгоним вот изнутри это все дело, подклеим. Со стороны получается вот такой вот у нас лабаш. Вот. Вот так он получается оттуда. Сейчас надо будет снять пленочку и приклеить. Так, клеить будем очень аккуратно. Так, клеиться будем. Не знаю, в 3-4 местах, не больше. И теперь аккуратненько. Мне кажется, намного интереснее со стеклами стало. Подклеиваем еще. Так, еще у меня есть вот такой вот наборчик. Отсюда мне нужны только вот такие вот дворники. Сейчас мы их вот сюда приклеим. Так, я смотрю, что крыша у нас не приклеенная. В центральном месте над дверью сидит покрепче. Вот. Все. Так, и получается, что мы нам их вот сюда вот приделать. Такие крупные. Надо сделать проточечку. Так, по маленькой капельке. Сюда. И сюда. Такая вот кабинка получается. Будем мастырить что-то дальше. Так, пройдемся по внешнему виду. Есть у меня краска черная, есть у меня эмаль для дисков графит и снежная королева серенькая. Так, что у нас тут получается? Кабина, радиатор, грубо говоря, должен быть там. Ну, если чистый, значит, он из алюминия серенький. Вот. Но так как он тут должен быть грязный какой-нибудь, сейчас попробую сначала графит пшикнуть. Вот. Может быть, сделаю чисто графитовый. Вот такой вот радиатор. Так, ну что, где наша решетка? Высыхание на машине. Смысла ждать нету. Ототрется. Так. Можно не ждать, хотя она уже вон подсохла, слой тоненький. Краска быстро сохнущая. Все, собираем.
Ну и все, она в принципе на защелках. И вот это как теперь смотрится. Вот, смотрите, видите? Оттуда стал чуть по-другому. Не зелененьким, как бы, а такая серенькая, черновато-серенькая. Так что графитовая краска туда прям подошла идеально. Ну и все. Так. Смотрим, по-моему. А, ну да. Неправильно я защелкнул. Сначала одевается вот сюда, а потом решетка. Так, ну ладно. Будем сейчас дальше собирать. Угу. Так, кабинка потихоньку начинает собираться. Вот. Ну-ка. Вот. Так. Значит, мы берем теперь держатели фар, диодиков наших. И приклеиваем их на место. Вот так вот это изнутри получается. Вот, назад мы это все приклеили. Сюда и сюда. И обычно обратно вставляем наши диодики. Так. Вставилось. И теперь моська. Ну и вот такая вот, смотрите, стала наша машинка. Вот, смотрите, вот такой теперь внешний вид.